Рост 70 сантиметров, вес почти 7 килограммов. Младенец из Астрахани стал самым высоким, но, я бы сказала, самым длинным все-таки новорожденным в стране и попал в Книгу рекордов России. Его мама, 28-летняя Юлия Рындина, скоро отправится домой, где ее ждут еще трое сыновей. Папа у нас худенький, не хуже вас. А вот мама тоже, мама что мне этот, ну, по крайней мере, они все, как говорится, у меня пошли. Мне тоже, мама со мной тоже мучилась, трое суток, 5500 родила, 52 сантиметра роста. По словам врачей, такого крупного новорожденного они видят впервые. Его назвали Константином. Женщине пришлось сделать кесарево сечение. Сейчас Юля чувствует себя хорошо.